Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 72, упражнение номер 8. В этом упражнении мы должны будем заполнить таблицу. У нас в этой таблице даны слагаемые, слагаемые суммы, поэтому мы вспомним, чтобы нам найти сумму, мы должны сложить два слагаемых. Если у нас неизвестно одно из слагаемых, то мы должны вычесть из суммы известное слагаемое. Итак, слагаемое 10, второе слагаемое 9, сумма 10 плюс 9 – 19. Первое слагаемое 9, сумма 18. Чтобы узнать неизвестное слагаемое, из 18 вычтем 9, получится 9. Первое слагаемое неизвестно, второе слагаемое 9, сумма 17. Чтобы узнать известное слагаемое, из 17 вычтем 9, равно 8. Первое слагаемое 7, второе слагаемое неизвестно, сумма 16. Чтобы узнать неизвестное слагаемое, из 16 вычтем 7, равно 9. Первое слагаемое неизвестно, второе слагаемое 8, сумма 15. Чтобы узнать неизвестное слагаемое, из 15 вычтем 8, останется 7. Первое слагаемое 7, второе слагаемое неизвестно, сумма 14. Чтобы узнать известное, неизвестное слагаемое, из 14 вычтем 7, равно 7. Первое слагаемое неизвестно, сумма, второе слагаемое 6, сумма 13. Чтобы узнать неизвестное слагаемое, из 13 вычтем 6, равно 7. Первое слагаемое 7, второе слагаемое неизвестно, сумма 12. Чтобы узнать неизвестное слагаемое, из 12 вычтем 7, получится 5. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.